Через неделю закончится жаркое лето 2021, но не стоит унывать и скучать, потому что мы подобрали для вас новую коллекцию «Осень-зима» от бренда Cavani. У вас будет новый гардероб, плащи, красивые куртки, пальто, поэтому срочно нужно выбирать удобную обувь для того, чтобы больше гулять и успевать везде. Мы предлагаем вам спецпредложение дня. Это ботинки Freya из натуральной кожи 10-й полноты по специальной цене только сегодняшнего дня. Это предпоказ, количество ограничено. И, конечно, представляет сегодня бренд Cavani, ботинки Freya, спецпредложение дня. Мария Никулина, владелица собственного бутика модной одежды и обуви. Ну, ты и сама модница, Маша, я тебе хочу сказать. Спасибо, Лен, действительно, ты знаешь, сама с удовольствием ношу предложение от бренда Cavani. И действительно, сегодня выбираю для себя ботинки женские Freya. Друзья, это то, что создано полностью для сезона зима будущего. Что я хочу сказать? Здесь у нас с вами натуральная кожа. Посмотрите, как хорошо у нас с вами видно, особенно на черном цвете, этот глянец, как хорошо видно этот статус. Мне нравится, что наши ботинки утеплены. Состав утеплителя здесь уникальный. Он на 40% состоит из натуральной шерсти и подойдет для носки в температуру минус 15, минус 20 градусов, если у вас не очень влажная зима. И, конечно, мне нравится абсолютно уникальная подошва. Подошва здесь у нас с вами напоминает протектор зимних шин. Обратите внимание, вот они, 40% шерсти, мягкий задний, который точно доставит самые приятные ощущения, многослойный утеплитель и, конечно, уникальная подошва. Мы сделали все, мы даже разрезали полупару, чтобы заглянуть внутрь этим удивительным ботинком. И 10-я полнота, конечно, об этом тоже стоит сказать. 10-я полнота дает гарантию комфорта. Посмотрите, уникальная подстройка, шнурки, которые не надо никогда завязывать, они сами подстроятся под вас. Ваша любимая молния, которая также облегчит процесс обувания. Натуральная кожа, многослойный утеплитель, температурный режим минус 15, минус 20 градусов. 10-я полнота. Уверяю вас, в вашем любом ближайшем магазине именно подобную аналогию, подобную, скажем так, подобную комплектацию обуви вы не найдете. Поэтому, конечно, я вас поздравляю, вы оказались в нужное время, в нужном месте. Внимание, натуральная кожа, 10-я полнота. У нас предпоказ, это ограниченное количество, это бренд Cavani, цель которого сделать стильную обувь максимально комфортной и доступной только для телезрителей телеканала Shop & Show. Это эксклюзивная модель. Она сшита и изготовлена только для наших телезрителей, только для телеканала Shop & Show. Только здесь и сейчас вы сможете выбрать эту модель в трех цветах. Итак, внимание, я выбираю бордовый цвет. Как мне нравится этот оттенок, потому что, ты знаешь, он имеет небольшой такой деграде, носик у него затемнен, выглядит очень красиво. Наша Мария выбирает для себя серый цвет, дымчатый. Цвет сезона, друзья мои, посмотрите, как он выглядит, тоже изумительно. И черный цвет классический, который мы уже рассматривали близко, и мы здесь видим натуральную премиальную кожу. Внимание, цена только сегодняшнего дня 3499 рублей. Это самое выгодное предложение на зиму в преддверии сезона. Успейте заказать. Размеры от 36 до 41. И это 10-я полнота. Как будем выбирать размер? Мы с вами выбираем это предложение размер в размер. Ты знаешь, здесь у нас, как всегда, ботинки прошли строгий отдел ОТК. Здесь у нас 10-я полнота. Единственное, что если у вас не целый размер, а промежуточный, вот, например, как у Олечки Горюдановой, у нее 39,5. Тогда выбирайте в большую сторону. Отлично. Я хочу спросить, а вот натуральная кожа, она вот на морозе не, ну, как бы не скукожится, как говорится? Ты знаешь, кожа кожей рознь, мы об этом хорошо знаем. Мне нравится, что бренд Cavani использует только высокотехнологичное сырье. И посмотри, я провела эксперимент, хочу вам его показать. Я специально беру окрашенную воду. Здесь очень сильный реагент, очень сильный, скажем так, краситель. И посмотрите, у нас с вами есть эффект, получается, как с гуся вода. То есть кожа не окрашивается, она у нас не портится. Поэтому, друзья, сегодня выбираю для себя ботинки Freya от бренда Cavani. Вы уверены в этом качестве? Потому что сегодня Cavani — это действительно настоящий синоним качества. 19 лет на рынке. Но и при этом будет согревать нас. Ты говоришь, до минус 15-20 градусов. Что же внутри? Да, ты знаешь, Леночка, внутри у нас с вами
вами абсолютно уникальный утеплитель. Вот я, как эксперт, знаешь, очень сильно поддерживаю бренд Кавани в этом. У нас с вами утеплитель, который состоит на 40% из натуральной овечьей шерсти. Я специально разрезала одну полупару для того, чтобы мы с вами внутрь заглянули. Посмотрите, сколько здесь у нас с вами утеплителя. Целая шубка на наших ножках. Стелька также утеплена, при этом стелька мягкая. Дополнительная прослойка поролона у нас с вами в стельке. У нас с вами находится в задинке, то есть полностью у нас с вами здесь сделано все для того, чтобы морозы нам были по плечу. Поэтому повторюсь, минус 15, минус 20 градусов, и эта обувь вам хорошо подойдет. Ну, давайте посмотрим. Повышенная износостойкость, легкость, эластичность, амортизация, мягкость и упругость, термическая и климатическая стойкость. То есть мы получаем самое лучшее. А все говорит о том, что бренд Кавани доказал, что российская обувь по итальянским технологиям может ничем не уступать европейской, а иногда даже превосходить ее. Обувь Кавани можно найти в более чем в 100 городах России, Российской Федерации. Мы создаем обувь, чтобы доставлять вам радость. Порадуйте себя, обретите свою идеальную пару на эту зиму. У нас супер цена. Ну и, конечно, это 10-я полнота. Тем более, знаешь, после лета, когда у нас ножка была расслаблена, мы же надеваем носочек, упругие колготы. Все это давит на ножки и сразу влияет на наше здоровье. Леночка, я тебе напомню, что я внучка ортопеда, ты совершенно права. Именно в зимний период наши ножки, наши стопы страдают больше всего. Бренд Кавани знает все секреты и поэтому создает у нас с вами максимально расслабленную колодку. Действительно, 10-я полнота, это первое. То есть вот у нас с вами пучковая зона максимально увеличена. Во-вторых, вам понравится эта шнуровка. Мы забываем о том, что нужно шнуровать ботинки. Посмотрите, они сами подстраиваются под вас. Автоматическая шнуровка. Лена, ты скажи честно, ты расстегивала молнию, когда сейчас их надевала? Нет. Я тоже нет, друзья. Посмотрите, но если молния вам нужна, вы расстегиваете молнию и облачаетесь в них. Вот мы с Леной даже молнией не воспользуемся. Слушай, я хотела про подошву спросить, потому что очень часто зимой, когда расклеится нога, у нас наши ботиночки кушать хотят, понимаешь? Вот, ты знаешь, такого у нас с вами не произойдет. Посмотри, Лена, у меня есть еще один эксперимент для вас. Запаслась ты? Да, запаслась, потому что центральное предложение дня должно быть максимально раскрыто. Здесь у нас с вами литьевой метод крепления подошвы. Видите, ботинок просто утопает в воде. А зимой, конечно же, бывает растаявший снег, и мы наступаем в эту кашу. Посмотрите, внутри у меня находится голеностоп с обычным хлопчатобумажным носочком. Вот мы с вами видим, сейчас я достаю носочек ну-ка, ставим ставки. Он остался абсолютно сухой. Друзья мои, вот оно, высокое качество бренда, поэтому обувь это не расклеивается. Обувь это максимально комфортная. Слушай, хорошо, но не промокли, а не подскользнемся ли? Слушай, здесь, конечно, настоящий инженерный подход. Посмотрите, слева на рисунке вы видите рисунки протекторов дорогих немецких зимних шин для автомобиля. Вот да. Да. И посмотрите, пожалуйста, у нас с вами такой же протектор на обуви. Бордовый, серый, черный. Эта пара создавалась с учетом международного стандарта качества. Это бренд Кавани, российское производство, созданное по итальянским технологиям. И это у нас специальное предложение дня. Натуральная премиальная кожа, натуральная шерсть и 10-я полнота. Именно на вашу ножку по специи цене. Успейте дозвониться прямо сейчас.